Психологического приема пациентов ежедневных, в том числе своих коллег, герудотерапевтов, висцеральных терапевтов, которые приходят ко мне спросить, почему их методики не сработали, уже аналогично и однозначно сделаны определенные выводы, что в основе проблем, которые сегодня возникают у коллег, это воспалительный процесс. Воспалительный процесс на слизистой кишечника, который рождает у нас свищи и рождает язвы. Это идущий воспалительный процесс. В 1911 году нашим соотечественником Криницким было отмечено, что даже у человека, совершенно свободного от каких-либо симптомов, всегда в желудочно-кишечном тракте имеются язвочки. Но они могут проявлять себя воспалительным процессом, могут не проявлять. Поэтому если идет воспалительный процесс, а мы это не видим, а увидеть мы можем только в микроскоп, и сегодняшнее современное исследование любого человека без микроскопа,